SF Studios представляет. Волшебная сказка на Рождество. Давным-давно, в 30-м королевстве, когда мир был другим, не таким, как сейчас. Ну нет, не настолько другим. Это было, когда дневные сериалы показывали в кинотеатрах. И в одном кинотеатре как раз сидел Карл Бертил Йонсен. Робин Гуд! Это было время, когда у подростков были герои для подражания, которых было принято любить, а не влюбляться в них. Покажи им, Робин! Давай! Потише, парень! Героизм, прекрасные дамы, дружба и прогулки на свежем воздухе. И Карл Бертил Йонсен считал эти небольшие радости жизни величайшими дарами, которые может преподнести судьба. В замок! Судьба подарила и главное правило благородных разбойников: забирай у богатых и отдавай бедным. Кто видел Мэрион? Не пропустите Хизекиэл Рафт в роли Робина Гуда. Лошадей в городах тогда было столько же, сколько и автомобилей. А люди все еще смотрели друг другу в глаза. Ведь у них не было сотовых телефонов. Эй, глаза разуй, сынок! В те времена на улицах можно было встретить бедных. В бедности нет ничего постыдного. Рождество приближалось, и, как всегда, началась предпраздничная суета продавцов и покупателей. Богатые толстосумы становились от этого еще богаче. Простые бедняки становились еще беднее. Ну а хитрецы становились еще хитрее. Это тебе, Эстер. Яблоко. И за несколько дней до Рождества королевская почтовая служба нанимала на работу молодежь. Студентов, которые работали по ночам. Ведь все работники почты уходили домой в 5 часов вечера. Держи. Нужно было доставить все посылки еще до начала Рождества. Новичок, а ты молодец. Карл Бертил Йонсен был не против разгружать полученные посылки. Отвали! Это мое место! А ты иди туда! Кэш! Хотя, на самом деле он просто хотел заработать денег на карманные расходы. И когда в 4 часа утра Карл Бертил Йонсен разбил последнюю хрустальную вазу, уронив ее на бетонный пол королевской почты, он закончил работу и отправился домой. Карл Бертил! Он тряпка. Увидимся завтра. Ты должен научиться давать сдачи. Это не лучший выход. Да? Просто вытяни руку и резко взмахни ею. Прости, тебе не больно? Не больно? Не больно. Дрова! Покупайте березовые дрова! Мне нужно купить дров, а ты подними стекло и жди меня. Ладно. Хорошо. Добрый вечер, это опять я. Я вижу, у вас небольшие вязанки, а побольше нет. Маленький Джон, слушай, нападем на людей шерифа с этого дуба. Ха-ха! Проще простого! Господи боже! Я туда никогда не заберусь! Тем временем Мэрион продолжала думать о таинственном незнакомце. Добрый Робин Гуд спас мне жизнь. Увижу ли я его? Добрый Робин Гуд спас мне жизнь. Увижу ли я его? Первоклассные березовые дрова. Если что, меня тут нет. Ты
Ты не видел молодую девушку в коричневом берете? Насколько молодую? Что читаешь? Я про Робин Гуда. Робин Гуд. Это отличный пример для подражания. Прости, что отвлек тебя. Бывай. Не пойму, куда подевалась эта воровка? Спасибо. Мой герой. Эй, ты! Мой комикс! Я же сказал тебе сидеть в машине! Но она взяла... Они у тебя и час могут стащить. Вот так. Вероятно, вам сейчас жалко Карла Бертила. Поверьте мне, его не надо жалеть. Ведь он родился в очень богатой семье. А его папа, Тыка Йонсон, был владельцем городского универмага. А ты сильный. Я могу и больше поднять. А покупатели скатерти и бенгальских огней делали его еще богаче с каждым днем. Беата! Жеспе! Que vous avez réussi à réveiller Carl Bertil, hein? Et qu'il s'est enfui. Oui. A-t-il eu un bon petit déjeuner? Да, мадам. Дорогие коллеги, в этом году показатели прибыли удивили или превысили. Или лучше сказать, да, превысили. Согласно годового отчета, как много слов. Дорогие коллеги, в этом году показатели прибыли удивили. Спасибо, Беата. Ron de Serviet envoie de Poirier pour Tante Martin. Карл Бертил уже готов? Я же просила узнать. Я не знаю. Я не понимаю, когда мадам говорит по-французски. Но это нужно, чтобы ты смогла выучить язык до того, как мы поедем во Францию. Сделай бутерброд, а я разбужу Карла Бертила. Кто знает? Может, там мы найдем тебе жениха? Мне не нужен жених. Карл Бертил! Как твоя речь? У меня есть шпаргалка. Все будет хорошо. Как с приглашениями? И в этом году почти никто не ответил. Мне кажется, нас не считают достаточно богатыми. Подожди, вот услышат они годовой отчет. И тогда все к нам побегут. Вот увидишь, так и будет. Ты так думаешь? Можешь быть в этом абсолютно уверена, моя помидорка. Но вечеринка будет уже через несколько дней. Подожди, я сейчас приведу Карла Бертила. Карл Бертил? Карл Бертил! А, Розенквист. Карл Бертил, поспеши, твой папа ждет. Что это такое? Машина. Какая красивая машина. И какой красивый рисунок. А кто это? Да никто. Я даже имени не знаю. Быстрее. Панталон сон руж. Предложить мороженое. Pour offrir une glace. Pouche offrir une glace? Предложить мороженое. Pouche offrir une glace. Простите, где я могу купить морепродукты? Merci beaucoup. Ты забыл завтрак. И не забудь, что должны делать настоящие Йонсоны. Делать деньги? Нет, стараться. Господин и госпожа Розенквист! Доброе утро! Какой сегодня прелестный зимний день!
Все здесь, господин директор. Когда-нибудь ты будешь стоять на этом месте. Начнем. 8 килограммов фарша. Черт возьми. Дорогие работники магазина, все ближе и ближе тот день, когда наши глаза будут сиять от радости еще ярче, чем обычно. Ведь именно в это время года младенец Иисус Христос в яслях будет на пике продаж. И я хочу видеть, как все вы, сотрудники моего магазина, будете полировать и чистить, упаковывать и обслуживать, не жалея сил. И только так мы сможем сделать... мы сможем помочь ближнему своему выбрать рождественский подарок своим родным и близким, как три волхва принесли свои дары Христу. Счастливого Рождества! Они всегда мне аплодируют. Ну и что скажете, Барнсон? Очень впечатляет, господин директор. Я тоже так думаю. Я привел Карла Бертхилла. Он поможет выбрать праздничную игрушку года. Тогда мы отложим сегодняшнюю почту. Ни за что. Нельзя терять время. Читайте. Уважаемый директор Йонсон, мы рады сообщить вам, что ассоциация... Иди сюда, посмотри, Карл Бертхилл. Посмотри, может, какое-нибудь устройство покажется тебе забавным. В прошлом году всем очень понравился паровой двигатель. Но что мы выберем в этом году? Возможно, заводную машинку или цирковую обезьянку, которая умеет ездить по комнате. Что думаешь? Трудный выбор. Ты ребенок, ты эксперт. Сообщаем вам, что мы выбрали вас, Дика Йонсона. Вот это, к примеру. Это весело. Что ты? Производственный брак. Почините это немедленно. Достаточно. Читайте дальше. Сообщаем вам, что мы выбрали вас, Дика Йонсона, благотворителем года из-за вашего стремления... Что? Благотворителем? Я не благотворитель. Быстро узнайте, что это за ерунда. Да, господин директор. Я ничего не могу выбрать. Да, зря я тебя сюда взял. Я попрошу отвезти тебя на почту. А это что? А это кошмар. 2500 бракованных пружин для кровати из Германии. Мы их вернем. Они забавные. Мне надо на воздух. Директор? Директор? Директор! Я из бухгалтерии. Я нашла ошибку. Где? Каждый месяц мы выплачивали небольшую сумму, поверьте, совсем незначительную, приюту госпожи Хэтквист. Как так вышло? Скорее всего, вышла путаница с вашим клубом джентльменов, баром «Уют». Вероятно, была допущена небольшая канцелярская ошибка. «Уют», «Приют». Немедленно прекратите платежи. Да, господин директор. Разве я похож на Санта-Клауса? Сосновая шишка мне в лоб. Посмотри, это же сам Бергдал. Ну, помнишь, тот тип, который даже здороваться не хочет. Вам завернуть? Добрый день. Могу я поздравить дорогого брата с Рождеством? И я вас поздравляю тоже. Вы знаете, я надеюсь увидеть вас на нашем празднике. В Ментоне летом. Ты понял? Ментон. Да, это был Бергдал. А теперь вспомни, что делают настоящие Йонсоны. Стараются.
Нет, зарабатывают много денег. Карл Бертил! Давай поменяемся! А то я не успеваю следить по карте. Нет, мне здесь нравится. Вали! Вали! Если присвоить каждой области номер, было бы проще. Это как? Напишем на карте не названия городов, а номера. Типа коды? Вот именно, почтовый индекс. 14! Лулео? Висби 20! Дорогие Теука и Мариана, мы с удовольствием принимаем ваше приглашение. Это госпожа Йонсен. Позовите моего мужа. Вам звонит госпожа Йонсен. Марианна, милая, ты же знаешь, что я не люблю, когда меня беспокоят на работе. Я знаю. Но ты знаешь, дорогой, я только что получила ответ от господина и госпожи Бергдал по поводу вечеринки. Будь я проклят. И мне только что позвонила госпожа Розенквист. И они тоже придут. Я ничего не понимаю, они даже не поздоровались утром. Телефон звонит без умолку. Что происходит? Есть ли что-нибудь, что я должна знать? Благотворитель. Прости, что ты сказал? Алло? Я вешаю трубку, солнышко, потом объясню. Я остановила платежи для приюта, и я также потребую, чтобы они вернули деньги. Вы что, совсем не в себе? Конечно, мы должны поддерживать приют. Чрезвычайно важно, чтобы мы поддерживали наиболее уязвимые институты общества в такие суровые времена, как наши. Когда будет награждение? Я думаю, в Рождество, в Гранд-отеле. Мариане понадобится новое платье, мне нужно будет сходить к парикмахеру, а машину нужно помыть. Да, и навестить госпожу Хедквист. Кого? Это директор нашего приюта. По этикету вы должны привести ее на праздник. Да. Кальмар! 20! Висбю! Четырнадцать! Пятнадцать! Сто! Вы изменили систему сортировки, которая была введена королевским почтовым указом? Кто это придумал? Это Карл Бертил. Это его идея. Но с почтовым индексом быстрее. Тихо. Посмотрите на это. Здесь на полу лежал простой маленький конверт. Если бы я не нашел его, он бы потерялся. А если бы потерялось письмо Колумба королю и королеве Испании, Америку бы не открыли. А если бы пропало письмо Густава Васы в Даларну, конец лыжным гонкам. Юлий Цезарь не получил бы Клеопатру, Наполеон победил бы при Ватерлоу. Как бы тогда выглядел мир? Как большая Франция. Тихо. Потерянное письмо также может означать потерянную жизнь. И? Никогда не открывайте чужую почту. Еще раз? Никогда не открывайте чужую почту. Оскар? Да? Убедись, что это письмо будет доставлено. Карл Бертил, твоя смена закончена. Но я не хотел... Звонил твой отец. Он ждет снаружи. Итак, за работу. Достал ты со своими идеями. Почтовый индекс. Что за глупость? Мы едем в приют госпожи Хедквист вместе. А мне зачем ехать? Когда я с тобой, людям кажется, что я люблю детей. И это хорошо. Добрый вечер, директор Йонсен. Я из Daily Post. Поздравляю вас с заслуженной наградой. Спасибо. Не трогайте машину, дети. Беги дальше. Потрясающе. Эстер, не забывай, что это веселая песня.
Улыбайся. Чудесно. Можете идти. Превосходно, превосходно. Очаровательно. Мне особенно понравился этот фрагмент легато. Простите, я не услышала ваше имя. Йонсон, Тык и Йонсон, я ваш благотворитель. Я один из владельцев универмага Йонсон и сын. Простите, я очень занята. Сейчас ужин, а я тут одна. Да. Так что извините меня. Да. Я знаю большинство наших попечителей, но вас раньше никогда не видела. Да, но я старался не привлекать к себе внимания. И вам это удалось. Обычно люди любят хвастаться своей щедростью. Да, это очень неприятно, очень неприятно. Если только сумма не слишком мала. Килики и Лиза, не могли бы вы сбегать за водой? Однако сейчас обстоятельства вынуждают меня выйти в центр внимания. Речь идет о почетной медали, которая каждый год вручается человеку, сделавшему больше всего для самых нуждающихся в обществе. Почему вы не сказали об этом сразу, господин Йонсон? Полагаю, это моя врожденная скромность. Я не знаю, что сказать. Вам и не нужно ничего говорить. Я и сам был удивлен этой награде. И у меня простой вопрос к вам. Не хотели бы вы присоединиться ко мне на благотворительном балу в день Рождества? Простите, я должна быть с детьми, так что я не смогу. Могу ли я что-то сделать, как-то вам помочь, чтобы вы могли принять мое приглашение и посетить этот бал? Как попечитель, вы, вероятно, знаете, что мы арендуем это место у графини Сильвершильд. Конечно. До конца года. Понятно. Все дети здесь очень нуждаются в помощи. Ясно. Нам нужно новое здание и бесплатно. Нам нужна новая одежда, нужен повар, учитель, новый водонагреватель, который не ломается все время. Я найду вам водонагреватель. Потрясающе, да. И дрова тоже. Договорились. Ты можешь улыбнуться? Все в порядке, все в порядке. Пойдемте ко мне в кабинет, я вас почищу. Все в полном порядке. Стой! Верни мне комикс! Стой! Эй, ты! Стой! Мэрион. Я же говорил тебе, что прямой удар правой всегда помогает. Неужели так трудно найти то, что может развеселить детей? Иди сюда, Лиза. Посмотри. Ты опять Карл Бертил. Подожди. Что это? Пружина, которую я у тебя взял. Я нашел. Немецкая пружина. Она может спускаться по лестнице. Но я никак не могу придумать название. Слинки. Мы назовем ее Слинки. Это забавно. Что это? Разговор окончен. До свидания. Илья Анна Ветт, дан ле плакат. Что она говорит? Она говорит, что в шкафу лежит брюква. Она хотела сказать, что ужин подан. Я должен признать, что благотворительность нам очень выгодна. Я сегодня весь день просидела у телефона. Бродманы тоже приняли приглашение. Ты знаешь, это правда. Делиться очень приятно. Но тебе нужно научиться этикету. Этикет. Как будто я не знаю этикет. Что это такое? Улитки. Кто это ест? Если нас действительно пригласят к Бергдалам следующим летом, мы должны познакомиться с французской кухней. Я с удовольствием познакомлюсь с французской кухней, но не с этими жуткими тварями. Как их есть? Возьмите щипцы и крепко ухватитесь за раковину.
Я вот думала о нашей вечеринке и решила, что было бы здорово пригласить к нам детский хор. Об этом не может быть и речи. Ну, он бы мило смотрелся в гостиной. Тогда тебе придется следить за фарфором. Ну, знаешь ли... Ильян Полисиан, сюр ля бутон, де маншет. Что она говорит? Она говорит, что на запонке изображен полицейский, но, думаю, она имеет в виду, что пришла полиция. Что? Добрый вечер. Мы остановили и обыскали эту девочку из детского приюта и обнаружили при ней вот что. Собственность Карла Бертила Йонсона, Стьернбеген, 18. Ты что-то знаешь об этом, Карл Бертил? Я не знаю, папа. Мы просто хотели вернуть украденное. А эта маленькая воришка отправляется в тюрьму. Я горжусь, что могу хоть немного поддержать нашу бдительную полицию. Не хотите ли выпить пунша? Мы не пьем на службе. Счастливого Рождества. Я отдал ей бумажник. Что ты сказал? Она не воровка. Я сам ей отдал. Да? Я им так и сказала. Ты отдал кошелек из кожи аллигатора, который получил на свой 10-й день рождения? Я об этом не подумал. Я хотел сказать, что это были мои деньги, заработанные на почте. И я мог делать с ними все, что захочу. Так ты говоришь, что она невиновна? Да, она невиновна. Держи. Не смеем вас больше задерживать. Еще раз поздравляем вашу семью с Рождеством. И мы вас. Да как ты... Тыка, прежде чем ты скажешь хоть слово, подумай. Карл Бертил прав. Он может делать со своими деньгами все, что захочет. Ты так сказал. Хочет? Иди присядь перед камином в гостиной, а я пока принесу тебе тапочки. И немного пунша. А ты немедленно отправляйся в свою комнату. Карл Бертил. Это девушка. Я ее не знаю. Я не глупа, Карл Бертил. Послушай меня. У тебя доброе сердце, Карл Бертил, но твой отец прав. Есть люди, которые пользуются добрыми людьми. Это был первый бумажник твоего отца. Он сентиментален, и бумажник ему очень дорог, как память. Эти чувства нельзя измерить деньгами. Но я могу вернуть его. Из бедных кварталов? Об этом не может быть и речи. А она красивая. Для машины. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Я хочу купить это лекарство. $3.50. Красивый бумажник. Это бабушкин. Бабушка любит Робин Гуда. Я тоже. Lui ha detto
Я пересчитала все куски мыла. Я замечу пропажу. Ясно? Хватит ныть. И будьте внимательны. Сложите правильно. Почтальон! Тихо! Замолчали все. Если не успокоитесь, почты не будет. Добрый день. Добрый день. Счастливого Рождества, девочки. Счастливого Рождества! Итак, мы начнем с Туи. Сюзанна. Инга. Килики. Теперь Ритва. Лиза. Ханна. В гости к нам пришла милая дама. В деревне не осталось ни мальчиков, ни девочек. Хватит пялиться. Знаешь, что бывает, если не получаешь писем? Отдают на удочерение. Что значит «отдают на удочерение»? У тебя будет новая мама. Но я хочу свою маму. Новая всегда лучше. Да, вместо старой, растрёпанной и помятой. На прошлой неделе я получила 2 письма. Что, правда? Я давно тебя жду, выкладывай. Вот сюда. Да, не густо. Ладно. А что у тебя в карманах? Покажи мне карманы, Вера, быстро. Покажи, что там у тебя. Лекарство? Что ж, это хорошо. Да, это для Эстер. Да, я это знаю. Дайте, я отнесу ей. Нет. Нет. Кстати, где ты взяла деньги на лекарство? Вера, ответь мне. Эстер. Сегодня опять не было писем. Да ладно. Хочешь прочитать письмо от мамы? Но писем ведь не было. А зачем нам новое письмо? Мы можем читать старые письма. Подожди. Вот. Привет, мои дорогие девочки. Простите, что так долго не писала. Мне нужно было решить кучу разных проблем. Я жду паспорт, чтобы приехать к вам. Поезда все еще ходят, и в прошлом месяце уехало очень много людей. Ваша мама. Остановись здесь. Здесь? Да, нужно купить подарок. Нет, ты же знаешь, что мама сказала нам ехать прямо домой. Я не хотел говорить, но это подарок для тебя. Ладно, сделаем исключение, не страшно. Подожди, если что-то случится... Я помню про прямой удар правой рукой. Ладно. Привет. Привет. Привет, Эстер. Это моя младшая сестра. А я тут гулял. Так ты здесь не из-за кошелька? Нет, вовсе нет.
Меня зовут Карл Бертил. Вера. Вера, я хочу попросить тебя вернуть мне одну вещь. Я так и знала, что ты тут из-за кошелька. Нет, я про комикс. Ты странный. Любишь Робин Гуда. Он крадет у богатых и раздает бедным. Странный? Ты делаешь наоборот. Воровать у богатых и раздавать бедным. Одинокая молодая мать, выселенная из дома. Пусти меня! Безответные причитания пьяного отца. Ты чего уставился? Пусти меня! Бездомный бродяга, спящий на льду. И грустный взгляд одинокой девушки, которая не увидела в тебе друга. Приближалось Рождество. Это Лагерстоу, у которого фабрика варенья. Мне надо пойти и поговорить с ним. Стой! Подожди. Что такое? Ты же выставишь нас на посмешище. Что случилось? Нитка на пиджаке? Волосы растрепались. От меня пахнет потом. Хуже. Посмотри вниз. Боже мой. Я срочно иду обуваться. Слишком поздно. Вот и семья Бергдал. Итак, паркет из копченого дуба? Потолок из ореха. Но я спросил про пол. Он не копченый. А вот и наш Карл Бертил. Я вынужден вас покинуть. Приятно, когда новые люди проявляют интерес к благотворительности. Да? Вы слышали о полиэмилите? Полиэмилит? О, как мило! Я же тебе говорил. Надеюсь, у тебя есть веское оправдание. А, это? Отлично. Здравствуйте, я госпожа Хедквист. Наши дети будут петь. Это ведь дом семьи Йонсонов? Да, 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 конечно. А вы не могли бы с детьми зайти с другой стороны? У нас есть отдельный вход на кухню, так будет удобнее. Да, конечно. Идем. Отлично. Отправила нас с черного хода. Это совершенно немыслимо. Так будет удобнее. Как же? Это самая прекрасная вещь, которую я слышал с тех пор, как ходил в воскресную школу. Как это мило! А сейчас давайте еще выпьем глинтвейна. Да, или покрепче. Вера? Одну минуту. Что? Чудесное пение. Спасибо. Но я заметил маленькую девочку, которая была больна. Да, это малышка Эстер. Я стараюсь облегчить ее симптомы как могу, но лекарства стоят недешево. Я доктор. Может быть, я мог бы как-то вам помочь? Мы с женой живем в большом поместье за городом. Немного свежего воздуха. Вот что нужно ее легким. Да, но боюсь, что несколько поездок в деревню тут не помогут. Я говорю об окончательном решении проблемы. У нас нет своих детей, что нас глубоко огорчает. А вы, как я слышал, скоро можете совсем закрыться.
И если вам нужны деньги на новый дом, то я могу помочь. Хотя я знаю, что многим детям было бы лучше в новой семье, вы должны знать, что мы обязаны следовать определенным законам. Я абсолютно с этим согласен. Потому что дети — это не товар. Это для Эстер и других детей. Доктор Венцель, заболевание уха, горла и носа. Охота на фазана. Что ж, уверена, что мы сможем найти окошко в нашем расписании. Я в этом убеждена. Охота — это дело для мужчин, а мы ходим на выставки. Думаю, это тоже интересно. Святой фазан, это забавно. Карл Бертил? Наконец-то он здесь. Налоговый календарь на этот год. Это список самых богатых людей в нашей стране. Открой страницу 3 и посмотри, нет ли там что-нибудь интересного. Беата, не забудь про скатерти. Видишь, кто поднялся на 18 позиций с прошлого года? Хорошо. Хорошо? Это феноменально! Для того, кто начинал с нуля. Милый. Нет, дорогой. Ты снова проверяешь, сколько ты заработал. Тебе не стыдно? Как ты, милый? Ты выглядишь не совсем хорошо. Вот так-так. Мы почти догнали Бергделла. Что это значит? Выходит, мы сможем остаться во Франции подольше? Спустись с небес на землю. Они богатые. Они стоят на том же уровне уже несколько лет. Нет. В этом году они спустились ниже. Робин Гуд, что ты здесь делаешь? Я пришел помочь тебе. Ты будешь воровать у богатых и раздавать бедным? В доме всего полно. Ты забываешь главное. Что? Спасение Мэрион. Это ты будешь грабить богатых и раздавать бедным? Я? Нет, я не могу. Карл Бертил, ты должен исполнять свой долг. Уже рассвело. Я должен вернуться в Шервуд. Лестница есть? Но у меня есть вопросы. Если ты и правда хочешь помочь бедным, прогрессивная шкала налогообложения более эффективна. Но это не так интересно, как в кино. Точно. Ты быстро учишься? Я тихо. Красть у богатых и раздавать бедным. Красть у богатых и раздавать бедным. La Crave acheté un nouveau pantalon. Что? Боже мой, какая забавная шляпа. Это тетя Марта. Она ее забыла. Отдай. Mon Dieu. Карл Бертил, скажи мне, ты можешь отправить наш рождественский подарок тете Марте по почте? Это противоречит правилам. Я заплачу за пересылку. Мы не мошенники. Куда, черт возьми, делся мой налоговый календарь? Пока. Повеселись там на почте. А вы... Вы взяли ту, что я нашла? Если поставить в угол, то так будет лучше. Ночью в голове Карла Бертила сложился план. Он принял решение. Если Робин смог, то и Карл Бертил сможет.
Он начал сортировать посылки и особое внимание обращал на имена и адреса получателей. Когда на посылке были такие слова, как «токарь», «медсестра» и «строитель», он позволил посылке дойти до получателя. Директор бюро, управляющий лесом или управляющий директор отправлялись в особую сумку. Привет! Что? Уже опять Рождество? Да. Что ты делаешь? У нас перерыв. Я остаюсь. Важно закончить вовремя. Ты тупой, как пробка. Я за тобой слежу. Оставшись один, Карл Бертил достал налоговый календарь и проверил адреса. Тех, у кого годовой доход превышал 50 тысяч крон, он отправлял обратно в сумку. А с теми, кто зарабатывал меньше, он поступал как обычно. Одна посылка была адресована его отцу, но ради идеалов он был готов пожертвовать собственной семьей. Никаких поблажек. Будешь как все. Привет. Итак, хватит поделок и игрушек. Время для рождественской ванны. Как красиво. Но на ней нет звезды. Это не настоящая елка. Да, это так. Все идем в ванную. Когда особая сумка наполнилась, Карл Бертил отправил ее к себе домой. Неожиданная проверка? Да. Оскар? Лавочник Даллен? Директор Бергдал? Управляющий лесом? Что это за странный выбор посылок? Я тут подумал, что это Рождество. И важно, чтобы главные люди города получили почту вовремя. Поэтому я подумал, что позабочусь об этом сам. Прекрасно сказано. Чертовски красиво сказано. Сегодня мой первый рабочий день. У вас получится. Но я волнуюсь. Он сломался. Но вы обещали, что мы искупаемся. Мы так давно не мылись. Нет, нет, нет. Возвращайтесь в спальню и живо в постель греться. А я попробую починить нагреватель. Господин директор, вы не могли бы сесть ровно и не двигаться? Да, конечно, конечно. Я получила итоговый отчет о продажах перед Рождеством. Думаю, вы захотите его увидеть. Сосновой шишкой мне в лоб. Это рекорд. Это новая игрушка, Слинки. Успех просто потрясающий. Не представляю, откуда у меня берутся такие идеи. Звонит госпожа Хэтквист, говорит это срочно. Пусть ждет, мы празднуем. За вас, Бернсон. Ну что ж, спасибо.
Ну что, они смогут починить? Да-да-да, все будет хорошо. А теперь бегите, я скоро приду. Это доктор Венцель. Моему внуку это понравится. И недорого совсем. Да, ты можешь пойти и поиграть. Смотрите. Она спускается по лестнице. Наверное, я куплю еще одну пружину для Лизы. Одну минуту. В чем дело? Вы не могли бы вернуться? Ну и в чем дело? Вот в чем дело. Девушка, меня зовут директор Тыка Янсен. Я владелец этого универмага. Могу я чем-то помочь? Да, это мерзавка. Это вор, который утверждает, что он владелец универмага. Так и есть. Какой его части? Первый или второй? Второй. Несчастливого Рождества! Робин! Да? Карл Бертил, счастливого Рождества, мой дорогой мальчик. Знаешь, что действительно странно? К нам по почте пришла сумка, полная посылок. Правда? А, точно. Нет, это посылки, которые мне нужно разнести. Подработка дома. Понимаю, но в канун Рождества не обязательно так много работать. Мы должны исполнять свой долг, мама. Хорошо выполненная работа дает удовлетворение и является фундаментом, на котором держится общество. Черт меня возьми. Счастливого Рождества. Карл Бертил! Посмотрим. Я желаю тебе исключительно счастливого Рождества, мой хорошо воспитанный сын. Понюхаешь глинтвейн? Милый, нам нужна ваша помощь. Какая красота! Правда. Смотри, что у нас здесь. Правда? Письмо от мамы. Привет, мои дорогие маленькие лучики солнца. Простите, что ничего не писала. Я так по вам скучаю. Мы скоро увидимся и снова станем семьей. Падай, снег. Засыпай. Все дома укрывай. Город спит, покрывалом твоим укрыт.
А потом я спросил, получилось что-нибудь? Получилось? Просто подождите, директор, сказала она. У нас получилось, Бернсон, говорю я. Получилось? Подождите, сказала она. И как только она села, я рискнул спросить еще раз. У нас получилось? Получилось? Сказала она. В два раза больше. Господи, да. Хижина Андерса Персона в огне. Все свечи горят. Как чудесно. Видите это? И все свечи горят. Как чудесно видеть это. Все свечи горят. Хижина Андерса Персона в огне. Все свечи горят. Хижина Андерса Персона в огне. Все свечи горят. Здесь так холодно. Я все время мерзну. Дорогие дети, все еще Рождество. Да. И хотя у нас совсем нет денег, мы не можем провести Рождество без рождественских подарков. И даже сосновая шишка может стать прекрасным подарком. Войдите. Счастливого Рождества всем и каждому. С Рождеством. Мы принесли рождественские подарки. Давайте, угощайтесь. Это все вам. Вы пришли. Я принес лекарство. Смотри, апельсин. Вот это тебе с Рождеством. Я никогда не видела столько подарков. Я слышал, что вы приглашены на ежегодный благотворительный бал. Мы с женой хотели бы решить вопрос с Эстер как можно скорее. Лучше всего решить вопрос там. Так будет проще всего. Угощайтесь. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Большое вам спасибо. Это тебе. Что происходит? Почему он принес лекарство для Эстер? Он врач, и он очень щедрый человек. А почему его жена подарила Эстер подарок? Знаешь что? Вы отдаете Эстер на удочерение? Вера, детка, знаешь, сейчас всем приходится нелегко. И мы все должны стиснуть зубы и продолжать бороться. Эстер больна. Ей нужен кто-то, кто позаботится о ней. Но я забочусь о ней. Ты еще ребенок. Вера, ты прекрасно знаешь, что мы уже несколько месяцев не слышали о твоей матери. И я думаю, ты понимаешь, что это может значить. Она попадет в нормальную семью, а не позаботится о ней. Ей будет плохо. Мне будет плохо. Ты ее обманываешь. Вот что я нашла. Письмо. От вашей мамы, которое она вряд ли написала. Ведь это твой почерк. Я написала, чтобы подбодрить Эстер. Подделка письма. Тебе должно быть стыдно. У тебя есть вечер, чтобы попрощаться с сестрой. Это служба защиты детей? Да. Моя фамилия Хедквист. Я хочу сообщить о серии краж. Да. Я подозреваю девочку. Веру. Извините, но сейчас мне нужно заняться почтой. Бедный ребенок. Ты знаешь, я могу взять машину и отвезти тебя. Об этом не может быть речи. Ты ведь пил. Ну что ж. Вот 10 крон на такси. Спасибо, папа. Не за что, мой послушный сын.
Поезжайте в сторону трущоб. У тебя дома есть дети? Что? Возьми этот пакет и отнеси его прямо домой своей семье. С Рождеством! Карл Бертил продолжал бодро освещать самые темные уголки общества своими бенгальскими огнями доброты. С Рождеством! Что? Он подходил к самым оборванным уличным бродягам. С Рождеством от неизвестного благотворителя. Он разговаривал с самыми одинокими стариками. Он дал утешение самым печальным матерям. С Рождеством! Он искал самые бедные семьи. Опять этот проклятый сосед стучит в дверь в самый канун Рождества. Терпеть его не могу. Гони отсюда этого мерзавца. Гони его! С Рождеством! Я же сказал выгнать его отсюда! С Рождеством вас от неизвестного благотворителя! Черт, Санта! Карл Бертил раздал последние несколько упаковок беднякам в забытой богом пивной таверне. С Рождеством! Жан-Поль Сартр. Слова. Пришли люди из полиции. Говорят, ты у всех воруешь. Тебя отправят в тюрьму. Вера, можешь подойти? Задняя дверь не заперта. Но... Вера! Убегай скорее! Где она? Где? Держи! Остановись, Вера! Она пошла туда! Туда! Вперед! С Рождеством! Что скажешь? Не пора ли сделать последний подарок? Да, что бы это могло быть? Ну ладно. Чудо-ящик, в нем окно, в том окошечке кино. Что за чудо? Что за ящик? Сам певец и сам рассказчик. Ого! Телевизор! 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 Ты счастлив? Да! Дом Йонсонов. О, тетя Марта. Да, с Рождеством. Нет, что? Фарфоровая тарелка с ручной росписью? Нет. С цветочным узором? Нет, мы этого не получили. Да, да, звоните, да, да, да. Хорошо, с Рождеством. С Рождеством. Алло? Тыко. Тетя Марта послала нам фарфоровую тарелку с ручной росписью. Слава богу, она до нас не дошла. Да. Тише! Я смотрю телевизор. Она говорила со мной и просто бросила трубку. Она сказала, что собирается позвонить генеральному директору почты. Бедняга. Он, наверное, тоже смотрит телевизор. Но странно, что она могла просто... Помолчи!
И все-таки это выглядит очень странно, что посылка исчезла. Ты знаешь, что могло произойти, Карл Бертил? Ты работаешь на почте? На какую-то долю секунды Карл Бертил пережил внутренний кризис. Солгать матери в канун Рождества? Нет. Смиренно признать правду? Да. Я взял эту посылку и отдал бедняку. Что ты сделал? Повтори. Я отдал фарфоровую тарелку тете, бедняку. Ты что, с ума сошел? А еще я взял и другие посылки у богатых и раздал их бедным. О, Боже! Надо же, я пригрел на груди воришку! Но, папа, ты же сказал, что тебе не нужна эта тарелка. Что бы я ни говорил, это была моя тарелка! Пика Йонсен считал, что все люди, которые добровольно что-то отдают, явно не в себе. У кого еще ты украл посылки, кроме меня? Они отмечены в налоговом календаре. Бергдал! Ты понимаешь, что ты натворил? Из-за этого ты можешь оказаться в тюрьме. Я готов принять наказание. Я принес радость всем несчастным, у которых нет своего универмага. Вот что я сделал. Завтра утром ты возьмешь свой список и пойдешь со мной ко всем, у кого ты украл посылки, и извинишься. Марш спать! Я запрещаю тебе смотреть, чем закончится фильм. Что мы будем делать, милый? Помолчи! Идем. Карл Бертил уже прочитал в газете, чем закончился фильм. Довольный, он закрыл глаза и увидел во сне подвиги Робин Гуда. В замок! Давайте остановимся на минуту и зададим себе несколько вопросов. Разве сердце жестокого отца Карла Бертила не смягчилось бы в тот же миг, если бы он собственными глазами увидел ту радость, которую его сын принес самым бедным людям города? Если бы он увидел, как одинокая девушка Беда Ларсон в рождественскую ночь прижимает к груди полосатый шелковый галстук, разве его сердце не смягчилось бы? Смог бы он тогда сдержать свой гнев, если бы заглянул в дом безработного Харальда Юнгстрема, где ребенок играл шестью японскими кольцами для салфеток, сделанными из грушевого дерева? И смог бы он возмутиться до глубины души, когда увидел бы, как одинокая вдова Лизбет Блумквист открыла посылку и со слезами на глазах посмотрела на флакон мужского одеколона «Аква Вера»? На эти вопросы нет ответа. Мы можем только предполагать, что если бы веселые звуки игрушечной трубы бывшего бондаря Эрнста Харальдсона достигли ушей Тика Йонсона, то, вполне возможно, в эту рождественскую ночь он не заснул бы в гневе перед своим новым телевизором. Добрый вечер. Извините, что беспокою так поздно в канун Рождества, но, боюсь, это дело не может ждать. Мы снова подобрали эту девушку, и теперь она утверждает, что работает на вас. Да, это верно. Привет, Вера. А кто-то из взрослых может это подтвердить? Конечно. Отведите ее к черному входу. Теперь, мой мальчик, мы наконец-то спасем девушку. Мы устроим в лесу ловушку для шерифа. Мы возьмем веревку и обвяжем ее вокруг дерева. И брат Тук — болтун. Я могу... Эй! Добрый вечер. У нас здесь девушка, которая утверждает, что работает тут. Вы очень хорошо потрудились. Хорошо, тогда...
Мы оставим ее здесь. До свидания и до новых встреч. Какое у тебя милое платье. Мы должны были купить салями. Что здесь происходит? А ну-ка, выходи. С Рождеством. Все в порядке. Я ее провожу. Хорошо. До свидания. Меня тоже иногда задерживала полиция. Ты есть хочешь? Я принесу что-нибудь. Это праздничная посуда, если король нас посетит. Папа говорит, что мы должны быть готовы его принять. Мой сын вор. Держи. Спасибо. Завтра Эстер забирают. Я знаю. Я слышал их разговор. Спасибо, что впустил меня. Не за что. Ты знаешь... Хуже всего был не холод. Хуже всего было не знать... Что? Хуже всего было не знать, нужны ли мы кому-нибудь. Так что спасибо, что впустил меня. Можно мне остаться или родители рассердятся? Вряд ли они разозлятся еще больше. Так что все в порядке. Доброе утро. Что делаешь? Смотрю фотографии. Хочешь? Да, конечно. Это Эстер купается. Она любит купаться. Здорово. Что это? Письма от мамы. Можно? А что? Я уже видел письма с бабочкой. Где ты их видел? На почте. Пару дней назад. Что? Это было письмо от мамы. Карл Бертил уже встал? Нам скоро выходить. Мы должны дать ему отдохнуть. Сегодня ведь Рождество. Даже праздничная проповедь по радио о мире на земле и доброй воле ко всем людям не смогла смягчить дурное настроение Тыка Йонсона. Карл Бертил, пора вставать. Марианна! И у тебя будет сад с домиком на дереве, и своя горничная. Ты знаешь, кто это?
Горничная, это девушка, которая приготовит тебе завтрак. Сядь ровно. И она будет помогать тебе одеваться. Ты будешь жить, как настоящая леди. И ты, наконец, перестанешь кашлять. Помнишь письмо, которое дал Ловенхельм? Я его выбросил. А что? Выбросил? А что? Я не мог прочитать адрес. А что такое? Кстати, я мог отправить его обратно. Как ты узнал мой адрес? Он сказал, что выбросил письмо. Да, но почтовый кодекс обязывает хранить почту с надписью «Вернуть отправителю» в течение недели. Бежим! Это все потерянные письма и посылки? Не получится. Слишком много писем. Но спасибо тебе, неизвестный благодетель. Я хотел дарить людям радость. Закрой дверь. Ты еще не начал? Я подумал, что могу помочь. Спасибо. У нас мало времени. Точно. Поэтому я привел друзей. Ищем письмо с двумя бабочками. Спасибо за подарок. Но тебе нужно поработать над голосом. Как вкусно! О, вкусно! А теперь кладем вилку и нож на 4 часа, чтобы показать, что мы закончили. И нож, и вилку. И нож, и вилку. Это этикет, милый. Этикет. Я искал везде, где только можно, никаких признаков Карла Бертила. Он растворился в воздухе. А что, если он на почте? Зачем ему идти на почту? Рождество — это единственный день в году, когда почта закрыта. Он, наверное, прячется где-нибудь, чтобы подумать о своих грехах. У меня есть кое-какие связи в полиции. Постой, попридержи коней. Полиция... Мы не о преступнике говорим. Но ведь ты сам назвал Карла Бертила преступником. Ты так и сказал. Возможно, и сказал. Но Йонсоны решают свои проблемы сами. Который час у тебя на тарелке? Это оно? Да, это от мамы. Это мамино письмо. Мы нашли его. Войдите. А ты раньше, чем я думала. Я решила, что ты одумаешься и решишь вернуться дня через два. Нет смысла убегать, Вера. Ты уже должна была это понять. Что такое? Ты подделала еще одно письмо? Это от мамы. Ты его не открыла? Оно вам. Что там? Что она пишет? Она пишет... Что вы делаете? Нет, нет, Вера.
Отпустите! Что вы сделали? Я забочусь о том, что лучше для каждого ребенка. И для твоей младшей сестры лучше найти настоящий дом. Выпустите меня! Откройте! Карл Бертил. Иди сюда. Нам придется идти без Карла Бертила. И мы правда пойдем без него? Но ведь нам надо идти. Куда подевался этот мальчишка? А вот и он. Мой милый мальчик, где же ты был? Мы так беспокоились о тебе. Карл Бертил? Чему ты улыбаешься? Ты получишь медаль. Это весело? Да, но завтра мы поговорим. Директор Йонсен, посмотрите сюда. Фото для газеты. Директор Йонсен. О, как приятно. Поздравляю с медалью. Благодарю вас. Не хочу много говорить, но вечером и нас ждет небольшая награда. Как интересно. Приятного вечера. Спасибо. Дамы и господа, добро пожаловать. Вам рассказать о безработном стоматологе? Сплюньте. Директор Дика Йонсон. Госпожа Хэтквист. Все будет хорошо. Дайте мне пройти. Что ты делаешь? Эстер, иди сюда. Отойди. Что нашло на нашего мальчика? Что ты творишь, Карл Бертил? Иди сюда. Извините, что пришла без приглашения и прерываю ваше веселье. Меня зовут Вера. А эта девочка – моя сестра Эстер. Я просто хочу сообщить вам, что госпожа Хэтквист совершает преступление.
Что она говорит? Я должна извиниться за моих бедных детей. Им часто приходится проходить через такие испытания, что они теряют рассудок. Я не сошла с ума. Это остатки письма от моей мамы. Там говорится, что она жива, и что она скоро вернет нас домой. И ты сожгла его. И откуда ты это знаешь? Откуда знаешь? Потому что мама здесь. Мама! Ты приехала! И правду говорят, письмо может спасти жизнь. Можно мне одну минутку, пожалуйста? Я хочу поблагодарить вас за этот вечер. Мы увидели блестящее выступление исполнителей высочайшего качества. Мы разыграли дорогие автомобили, а директор Йонсон получил медаль. Я получила много теплых аплодисментов, искренней благодарности и слов любви. Но знаете что? Мои дети не могут есть сердечную благодарность на завтрак. Они не могут есть теплые аплодисменты на обед. Они не могут выжить только на глубокой благодарности и уважении. Вы думаете, что я делаю отличную работу, но вы не хотите за это платить. За исключением одного раза в год, когда вы хотите пожертвовать деньги. И то только ради этого зрелища. Почему люди танцуют среди бананов, чтобы бедные дети могли поесть хотя бы один раз в день? Почему нельзя просто поделиться? Надеюсь, вам понравился десерт. Спасибо. Идем. Простите. Может, лучше уйти сейчас, чтобы не стоять в очереди? Слушай, я тут подумал, что, может быть, мы могли бы сходить в кино в субботу. Мы могли бы сходить на красный дилижанс. Рубен! Да? Заводи машину! Хорошо. Прости, но ты должен это сделать. И вот рождественским утром Тыка взял налоговый календарь из своего сына и вместе с ним отправился навестить богатых жителей города, чей годовой доход превышал 50 тысяч крон. Теперь те, кто потерял свое имущество, узнали об этом. Можно поговорить с директором бюро о его подарке? Добрый день, директор Бергдл. Так получилось, что мой сын подарил один из ваших рождественских подарков бедному человеку. Я должен извиниться, но вы такой богатый и счастливый даже без этого подарка. Поэтому я хотел принести немного рождественской радости беднякам города. Будь я проклят, если это не самая прекрасная речь, которую я слышал в своей жизни. Хотите инжир? Наверное, это модель крепости Баден из спичи, которую прислал дядя Артур. Он позвонил вчера и спросил об этом. Я надеюсь, что это было красиво, потому что я сказала, что так и было. Мы обычно всегда это говорим, когда нам звонят.
Мы же не можем уследить за всей ерундой, которую присылают нам по праздникам наши сумасшедшие родственники. Спасибо тебе, мой мальчик, за то, что ты избавил нас от крепости Баден. Тогда до свидания. Поездка с извинениями Карла Бертила превратилась в триумфальное шествие. Куда бы он ни пошел, его встречали как героя. И радости ограбленных семей по поводу того, что вязаные шерстяные кардиганы и дизайнерские пресс-папье достались более нуждающимся, не было предела. Смущенное выражение на лице Тыка Йонсона, вызванное поведением его сына, в конце концов превратилось в гордую улыбку. Возможно, я не должен предлагать этого, но я все равно думаю, момент требует, чтобы мы поприветствовали четырехкратным ура моего сына Карла Бертила. Гип-гип! Ура! 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 Когда они направились домой, солнце уже село. И фары автомобиля осветили последние минуты Рождества. Итак, внимание. Карл Бертил. Ты добрый и славный человек. Я хочу, чтобы у тебя было это. Это так мило. Слушай, я бы лучше посмотрела новый фильм «Унесенные ветром». Ура Карлу Бертилу! Ура! Ваше здоровье! Эти люди, они думают, что они такие модные, но они ничто, да. О, Беата, сфотографируй нас на память, чтобы мы могли запечатлеть момент. Лафле, де пулрон, эт фруат. Что она говорит? Она говорит, что свитер для Тли холодный. Она хочет, чтобы мы улыбнулись. Какое чудесное Рождество! Сказала мать Карла Бертила, сделав благочестивое выражение лица. Потому что, как я говорила, эта история произошла в те времена, когда Рождество еще праздновали в память о рождении Христа. И теперь история Рождества Карла Бертила Йонсона закончена. Расскажи нам еще. Нечего рассказывать. Конец истории. Но почему прадедушка никогда не рассказывает об этом? Потому что меня ужасно тошнит от этой истории, которую Вера рассказывает каждое Рождество вот уже 45 лет. Вы что, не можете поиграть в своих телефонах или скачать одно из этих приложений? Хватит поощрять детей играть в телефонах. Некоторые приложения могут быть опасными. Кажется, в наши дни все опасно, но безделье может быть более опасным. Ты что, не слушал? Все, праздничный обед на столе. И хватит историй. Ты прав. Поехали. Пойдем. Подожди, я только уберу ключи. Посмотри-ка. Что я нашел? Хочешь, подарю? Карл Бертил, ты такой милый. Спасибо. Спрячь, пока мы его достанем, когда вернемся домой. Так и сделаем. Вот так. Пойдем дальше. Да, 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 да. Ты в порядке? Да. Слушай, я тут кое о чем подумал.
Даже не верится, что все это действительно произошло. Но в этом случае приятно знать, что эта история была на самом деле, а не просто могла случиться. Правда? Карл Бертил, тебе придется повторить это еще раз. С Рождеством. Начни сначала. Даже не верится, что все это действительно произошло. И даже если это так, ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Но в этом случае приятно знать, что эта история была на самом деле, а не просто могла случиться. Автор, сценарий и режиссер Ханнес Холм. Фильм озвучен студией «Кипарис» по заказу компании «Капелла Фильм» в 2022 году.